Ваше отношение к комендантскому часу? Положительное. Да, наверное, то есть это вынужденная мера все-таки? Ну, все-таки да. То, что сейчас его еще либерализовали, вот до 21.00 можно ходить и перемещаться по улицам, это правильно? Ну, вы знаете, конечно, послабление – это хорошо, то есть больше свободного времени, все-таки теплее становится, лучше. Но по идее, раз говорится, нельзя быть чуть-чуть беременным, надо уже либо мы соблюдаем, либо мы уже как бы не соблюдаем. Нормально. Военное положение. Вынужденная мера, да? То, что вот сейчас либерализовали до 21.00. Ну, пока все спокойно. А если начнутся военные действия, то, наверное, надо будет ужесточать. Все нужно соблюдать. Да? Да. То, что сейчас идут послабления, определенная либерализация, да, то, что вот до 21.00 разрешили перемещаться по улицам, что слабоалкоголка появилась в магазинах. Как считаете, это правильно? Людям надо расслабляться. Ну, мне кажется, это каждого дело, внутренняя дисциплина. А то, что вот сейчас немножко послабление пошло, до 21.00 сместили, как бы, то, что можно перемещаться по улицам, как считаете, правильно? Наверное, да. Ваше отношение к комендантскому часу? Ну, нормально, так и должно быть в военное время. То есть это вполне, я думаю, действия властей, которые хотят как бы от мародерства, возможно, там защиту какую-то дать. То, что сейчас пошло послабление, вот до 21.00 разрешили перемещаться, и алкоголь появился, слабоалкоголка в магазинах, это правильно или нет? Ну, я думаю, да. Почему нет? Значит, возможно, власти знают то, чего не знаем мы, скорее всего, возможно, ну, безопасность. Ну, и, наверное, выше, то есть, да, то есть нет угрозы, наверное, какой-то, то есть извне. Поэтому так сделали. Нужно, значит, нужно. Нормально, да, так и должно быть. Чем меньше народу, тем спокойнее. Сейчас пошла небольшая либерализация, то есть до 21.00 сместили время возможного перемещения на улицах и продажу алкогольных напитков до 3 часов дня. Правильно ли это? Ну, алкогольный, я считаю. Слабоалкогольный. А слабоалкогольное можно, не против. То есть, в принципе, это нормально? В принципе, нормально, да. Небольшая либерализация пошла, то есть до 21.00 сместили как бы время перемещения, до 3 часов продажа легких алкогольных напитков. Как считаете, это правильно? Знаете, если население будет относиться к этому серьезно и не будет каких-то пьяных дебошей, не будет... Опять же, с этих эксцессов, то в принципе, то есть нормально я к этому отношусь. Разрешили же продажи не крепкие алкогольные напитки, а слабые. То есть, в принципе, то есть пока я к этому ничего не вижу такого противоестественного. Все нормально, я пенсионер, поэтому меня эти вопросы никак не волнуют. Я сижу дома, телевизор смотрю. Удачи!